немеркнущая любовь. Коля Филимон, ты молодец. Человек держит твое в руках. Сборник. Немеркнущая любовь. В лучах немеркнущей любви. И вся этот сборник Коля посвятил, как его баба наебывали. Ну, это мой друг, не имею права. Тем более, это родственник, тем более, это Скопыевщина, это мой дядька с ним в одном классе учился. Немеркнущая любовь. Такого не бывает, немеркнущая, а? Ну, не бывает такого. Человек должен работать как робот. Так, мои фанаты, еще раз говорю, мы должны жить как роботы. Сейчас передай эту книжку. Раз. Сандбой говорит по тибетским делам сейчас. Тибетские дела. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Счет должен быть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Никаких рубовий. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Взять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Взять какие-то вещи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Уйти. Помыться. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Человек на земле – это робот. Ты слышишь, Аля? Да. А? Я слышу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Что-то сделать. Помыться. Лечь спать. Раз, два, три. Иначе ты прогибнешь, Олег. Иначе ты погибнешь, Олег. Если один пункт есть пропустить. А? Если один пункт пропустить из этого. Стоп. Какой? Да мне кажется, любой. Ну, например. Что тебе сейчас учитель говорит, пророк Санбой? Ну, допустим, второй пункт. Ну, это второй пункт, что это? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Иначе ты погибнешь. Ты не встанешь с кровати. Ты должен... Раз. Смотри сюда, руки дай свои, красные руки, 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 смотри его руки, натруженные, ты видишь, что-то руки, держи камеру, Санбой делает, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, пальцы, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, это учитель этого мира, Санбой. Наверное, я вам всем сейчас даю. Раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Скинуть порчу. Раз. Олег. Ген. Это у тебя приколы такие, блин, или на самом деле? Я живу так. Ну, уже в интернете. Я живу так. Олег, я живу-то. Я понял. Если ты не будешь так по этой системе жить, ты пропадешь и погибнешь. Ты даже не встанешь с кровати. Потому что у тебя будет такое чувство, вот, хочется спать. И ты не встанешь. Если ты не встанешь, не вспомнишь Санбая. Раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь. Что человек это робот. Робот! Это очень серьезно. Да, я сейчас говорю. Человек это робот. И очень странно, что мы, мои друзья это только узнали от меня сейчас. Мои любимые друзья. Олег, что ж ты ко мне так подбежал сейчас, а? Я знаю, хорошо. Потому что мой друг этот никогда не встанет. Потому что надо побриться, за собой посмотреть, помыться. Самое главное вода. Вода. Больше воды пить. Все. Ну все. Санбай. Вот верное воскрешение. Я сегодня сказал, очень умное, а? Олег? Да, сегодня верное воскресенье, праздник православный. Православный. А мусульманин скажет, какой ты пророк, а? Ты нас не любишь, ты любишь христиан.
А буддисты говорят, тем более ты нас не любишь. Как же мне метаться между ними, пророку, а? Я не знаю, это сложный вопрос. Короче, Левасовский. И вопрос, и самый серьезный. Сегодня. Я сейчас подсказал кое-что вам. Угу. Вы просили от меня Карлос Кастанеда, Мексика, как они живут, индейцы. 8, 1, 2, 3, 4. Там еще надо есть 40 жевательных движений. Это все интересно, но, ну, Санбой, ладно уж, Геннадий. Движение. А как ты думал? Это очень огромное. Порог Санбой. Ничего страшного. Но самое главное, Олег, Олег. Как? Олег, стоп. Книжку. Самое главное, вот она, березы. Березовый сок. Я сегодня ковырял березу, вот она мне понравилась, интуиция. Видишь, девочка, не дала сок. Порог Санбой. Потому что у меня есть ритуал каждую весну, Олег. Ты это знаешь, ритуал, да? С водкой. И это на су, огромно су, бегаю вокруг берез, су просто, пью водку и су, и смотрю на солнце. Сегодня вот это лунный день, и вся порча от меня отходит. Этот, музыканты все испухались от меня. Этот, что ты с тобой творишь-то, а? Я говорю, я ждал березовый сок с водкой. С водкой. Угу. Все. Больше ничего не хочу говорить.